Что ты делаешь, Карл? Прекрати! Карл! Ну просто забудь об этом, мать твою! Я любил этот сервер, я играл на нем! Мам! Карл 5, ну это со старого сервера. Черт возьми, хватит страдать о своем старом сервере! Эй, стоп, расслабься, я уже все решил! Аризона? О боже, братан, держи краба, черт возьми! Эй, малышка, а сервер-то выбрал? Да черт его пойми, там 9 серверов, я не знаю, куда деться-то. Е-мое. Да погнали с нами на Red Rock, там мы с пацанами уже такую движуху мутим. Ввели промокод Хик и на 6-м левеле нам 200 тысяч, представляешь, мать твою? 200 тысяч, ты не пожалеешь. Идем с нами. И бесюн у тебя будет вот такой. Сколько бабла я получу? 200 тысяч, начнешь все заново. Забудешь про старый сервер. В натуре, чувак, пойдем, я тебе все покажу. Arizona Red Rock. На 6-м левеле промокод Хик. Да, забудь уже. Всем привет, ребята! С вами снова Хик. И раз мы уж начали совершать подобные безумства на моем канале, это пробежать весь штат, проплыть весь штат, я решил уж добить эту тему до конца и сделать для вас видеоролик «Ходьба на Эльте через весь штат GTA San Andreas». Я не знаю, опять же, сколько потребуется мне времени, чтобы это сделать, преодолеть, чтобы сделать для вас красивый, релаксирующий таймлапс, но я хочу одно — активности с вас, максимальной от вас поддержки, потому что время на это уйдет уйма свободного времени, но ради одного эксперимента, ради красивых кадров, ради того, чтобы просто сделать это, просто сделать и наконец-таки поставить галочку, закрыть все эти безумства в GTA San Andreas и начать снимать нормальный контент. Ладно, в общем, суть такова, в сегодняшнем видеоролике мы с вами будем идти пешком через весь штат GTA San Andreas. Я специально подготовил CJ к этому испытанию. Накинул ему рюкзак с едой, с водой. И надел самые удобные кроссовки, которые можно было только найти в GTA San Andreas. Это белые Nike. Или, ну да, типа того. Вот. Я на вас надеюсь, ребята. Пожалуйста, поставьте лайк. Не ленитесь, потому что я не ленился, ребята. Я не ленился и сделал это. Приятного вам просмотра. Погнали.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова